Сыр, вино и настоящие друзья должны быть выдержаны временем. Когда и в какой части света впервые появился сыр, точно сказать невозможно. Многие исследователи считают родиной сыра Ближний Восток. Бедуины использовали для перевозки молока кожаные мешки из овечьих желудков, а тряска, жара и ферменты превращали его в сыр. Загорелся, у меня первый сыр, на удивление, вообще не получился, он у меня получился горький, я его выкинул. Ну и потом мне стало обидно, почему как это у меня, говорю, сыр не получился, думаю, нет. Да вот. И потом начал более углубленно изучать, читал книги, смотрел видео, потом я съездил на обучение в Подмосковье к учителю. С появлением современных технологий рецептура приготовления практически не изменилась. Основное сырье по-прежнему молоко. Но теперь у сыроваров есть возможность хранить деликатес долгое время. Это позволяет мастерам экспериментировать со вкусом. Скажу вам больше, сыр, научиться готовить сыр довольно сложно. Сыр придет с опытом. То есть в каждом регионе свое молоко, и поэтому надо подстраиваться под каждое молоко. То есть опыт... Ну, как говорится, опыт – самое главное в этом деле. Алексей давно хотел открыть собственное производство и очень любил сыр. Идея родилась сама собой. Так, год назад в нашем городе появилась авторская сыроварня. Все это время в небольшой лаборатории готовят более 12 сортов этого деликатеса. Сыры у нас, скажем так, вот сейчас модное название такое, да, крафтовые. Как бы, ну, наше, наверное, более российское название – это ремесленные сыры. То есть мы именно шли сразу с нацелом именно на такую категорию сыров, не на промышленные, то есть те, которые штампуются, да, а вот на именно что-то такое крафтовое, интересное, то есть это то, что люди не знали. Чтобы мы хотим, скажем так, этим привлечь внимание людей к культуре сыроедения. В основе каждого авторского вида – ингредиенты из классических рецептов французских и швейцарских сыров. Путем экспериментов Алексей добивается отличного от традиционного камамбера или канте вкуса. Рецептура, в принципе, ну, как бы здесь довольно не секрет, там, да, любой сыродел, который изготавливает сыры, вам скажет, что они где-то, в принципе, похожи, то есть, да, молоко, ну, скажем так, приходит сырое молоко, оно пастеризуется, ну, это классическое, да, охлаждается до необходимой температуры, то есть, это от 34-36 градусов, потом вымешивается и, то есть, добавляются закваски специально, добавляется молокосвертывающий фермент, который делает вот желе, если там можно будет увидеть на видео. И после этого уже получается нарезка, после нарезки вымешивания и перекладывания формы. То есть это классическая, то есть в принципе все сыры делаются по классической технологии. То есть так сказать, что вот какие-то там... Просто есть некоторые, да, допустим, какой-то сыр авторский, я, допустим, делаю, нагреваю, второй нагрев делаю при определенной, при одной температуре. Там закваски, допустим, не такие, чуть-чуть меняю. То есть вот этим самым добиваюсь разных вкусовых качеств. То есть у нас как бы довольно большой ассортимент сыров, да, допустим, вот этот вот, который здесь на заднем фоне, он вымочен, вот он, у него рецептура очень сильно похожа с сыром грюйер, только единственное, да, он вымачивается в красном сухом вине, то есть в дальнейшем он как бы во время вызревания, сыры так же самое, за ними надо ухаживать, то есть вот этот, допустим, сыр, это сыр тет-де-муан, такой вот маленькие головки идут, он нарезается красиво жиролями, жиролью специальным ножом.
В Римской империи сыр всегда был на столе во время пиршеств патрициев. Расцвет сыроварения пришелся на средние века. Тогда на этот продукт и обратили внимание монахи. Они придумали коптить сыр, солить его, приправлять специями и сажать на него благородную плесень. Вот это наш один из авторских рецептов, называется «Крымчанка с травами». Здесь у нас проходил процесс, называется «Стуфактура». Баня, так называемая, для сыра. То есть сыр находится на протяжении, ну, ориентировочно где-то около часа в такой вот, при высокой температуре. Вот у нас сейчас получается здесь 60 градусов. То есть при этой температуре он находится в течение часа. Как бы принимает баню. Сейчас мы его будем переворачивать. И будем под пресс ложить. Вот он, наш сыр. Сейчас мы его переоденем. Вот эта вот процедура называется переодевание. Сейчас мы его переоденем и положим еще дальше на прессование. Потом после двух... Вот он, сейчас мы его чуть-чуть отпрессуем, потом мы его положим в посолку, он посолится у нас, и после этого мы его положим на вызревание. И именно вот этот сыр, он будет в течение 2 месяцев лежать при определенной температуре, его каждый день будем переворачивать. Вызревать этот сыр будет при температуре 13 градусов. Неповторимый аромат ему придаст смесь прованских трав. Розмарин, шалфей, перечная мята, майоран. Эти специи раскрываются только если сыр проходит процесс туфатуры. В водяной бане при высокой температуре бактерии, которые содержатся в закваске, начинают работать быстрее. Вот мы сейчас перевернули. А тут, кстати, такой интересный, да, процесс переодевания называется. Сыр переодевается. Ну, я меняю его положение, то есть я его, грубо говоря, переворачиваю, да, и чуть-чуть распрямляю этот ткань. Ну, грубо говоря, здесь это этот марля. Ну, марля это, кстати, один из самых лучших вот таких прессовщиков. То есть, чтобы для выхода сыворотки, для лучшего оттока сыворотки. То есть нам надо убрать сыворотку из него. Для приготовления 4 больших головок крымчанки ушло 250 литров молока. А вот для приготовления камамбера его понадобилось меньше. В емкость с сырым молоком добавили сычужный фермент, закваски и дали настояться несколько часов. Вкус будущего продукта зависит от молока. В каждом районе Крыма оно разное по кислоте и жирности. Эти составляющие могут отразиться на структуре зерна, из которого получается сыр. Мы сейчас выгоняем сыворотку из зерна. То есть вот то, что мы получили, вот это вот, да, вот это вот зерно называется. Теперь нам его надо вымешивать, чтобы выгнать как можно больше, ну не как можно больше, а определенное количество сыворотки. То есть для каждого сыра это по-разному. Здесь, допустим, это... там 15-20 минут мешается, в каком-то другом сыре это будет мешаться чуть дольше, либо чуть меньше. Вот, допустим, в сыре бри, который вот здесь вот лежит сейчас на обсыхании, то там получается вообще в районе там 50 минут мешается всего лишь. Некоторые сыры по часу мешаются, еще плюс греются. То есть вот, допустим, пармезан, он вообще идет, у него нагрев идет до зерна вот этого до 56 градусов. Нет, этому сыру не нужен нагрев. То есть этот сыр достаточно только вымешивания. Чистого продукта получится только 5 килограммов. Цена на сыр напрямую связана с стоимостью молока. Пока сырье Алексей закупает в Бахчисарайском районе, но все же хочет найти качественное и по доступной цене молоко в Севастополе. В России полноценное сыроварение появилось во времена Петра Великого. Император пригласил в Россию голландских мастеров-сыроваров и приказал создать производство сыра из российского молока. Вот это камамбер. Это вот то, что мы сейчас начинали делать. Вот я мешал только что.
показывал. Вот, вот он потом во время вызревания покрывается вот такой вот беленькой, красивенькой, пушистой плесенью. Оно очень вкусное, за счет этого сыр такой получается мягкий-мягкий. То есть если он уже как бы к сроку вызревания уже к концу, то есть да, там, то он вообще будет течь. В производстве сыра важную роль играют камеры для вызревания. Здесь головки могут храниться от нескольких месяцев до года. Каждый сорт выдерживается при определенной температуре и влажности. Эти главные показатели определяют насыщенность вкуса и структуру сыра. Его корка, как правило, должна быть твердой и душистой. Но есть и те виды деликатеса, где показателем качества считается пушистость плесени. В сырах с белой плесенью у меня первое время вообще она не росла. То есть, да, допустим, когда я дома сам себе готовил там на кухне, у меня в холодильнике, там в контейнере, она росла там вообще без проблем, я радостный и довольный. А тут я пришел, я месяц, не растет. Второй, она, ну, она растет, но очень плохо. То есть нету вот этой вот красоты. Вот. А потом потихоньку камера, видимо, сама по себе набирает вот эту вот плесень, она обрастает, да, вот допустим, почему там вот дерево? Потому что дерево, допустим, очень хорошо регулирует баланс влажностный. То есть здесь, допустим, у меня в этой камере стабильная влажность 85-87%. Есть такой вот сыр оригинальный, к сожалению, его сейчас нету в наличии, а так вообще мы еще такой вот продаем, у нас есть такой сыр, называется Марбье. Здесь вот идет... Здесь его чуть-чуть видно. Вот такая вот прослойка. Это не плесень, это древесная зола. То есть сыр сначала половинка ложится, потом обмазывается древесной золой, потом ложится вторая половинка и прессуется. Этот рецепт Алексей хранит особенно трепетно. Раньше для приготовления одной головки сыра не хватало вечернего удоя молока. И чтобы сыр не испортился и дождался следующей дойки, его верхушку посыпали древесной золой. Она отпугивала насекомых. Сейчас этот компонент служит как украшение и не влияет на вкус. Здесь у нас есть еще один оригинальный, который так называемый, мы его, ну, его некоторые как-то по-разному, то есть так он у нас в анкете называется, а так это у нас камамбер в вине. То есть он вымачивается в сухом красном вине. Ну, там своя технология его производства чуть отличная от камамбера. В сухом белом вине, ой, в красном вине. И потом вот вызревает, и во время вызревания он покрывается вот такой вот плесенью. Для приготовления изысканных видов сыров Алексей использует вино. Оно придает продукту приятную кислинку и привкус винограда. А еще из него получается ароматная естественная корка. Большой популярностью пользуется сыр Канте. Прежде чем отправиться вызревать, он несколько часов вымачивается в сухом красном вине. А после уже в камере обрастает плесенью. Мы хотим научить, что сыр это не к бутерброду с колбасой, а сыр это отдельное блюдо, которое можно наслаждаться. С бокальчиком вкусного красного вина.